Мне бы хотелось обратиться к представителям торговли. Закон будет принят в среду, мы надеемся, да, если депутаты законодательного собрания проголосуют, а я думаю, что с большой долей вероятности они проголосуют за этот закон. Закон будет принят в среду, но мы просим уже сегодня убрать с прилавков магазинов всю эту вашу отраву. Иначе мы будем принимать самые жесткие меры. Согласно законопроекту, в регионе будет установлен запрет на продажу никотиносодержащих изделий. Также вводится запрет на вовлечение несовершеннолетних в потребление снюсов. За продажу никотиносодержащих изделий предусмотрен штраф на граждан от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 10000 до 20000 рублей, а на юридических от 30000 до 50000 рублей.